Наташа, вот поднят, ты не на Кузнецкий мост здесь сейчас. Смотрите, мои хорошие, вот у нас сегодня перед каникулами, где поднимите глазки на меня. Последнее занятие. О, опустила крайне глазки, да? Крайне. Перед каникулами. И вот две наши барышни пришли в готовых своих вот одеждах. Посмотрите, Юля и Лерочка. Лера в прошлом году начинала вот это все шить. Повернитесь к нам спиночкой. Повернитесь, повернитесь. И Лера, и Юля. Вот. Давайте Лерочку сначала рассмотрим. Застегнись немножечко. Ага, вот так вот. Да, посмотрите, юбочка вот у нас из остатков, так сказать, отделана кружавчиком, вот так внизу. Такой воротничок, это вообще Лерина Галина, первая работа. Что Галина там? Леонидовна. Там подъюбник. А, вот посмотрите-ка, там подъюбник, вон какая красота. Да-да-да, это здорово, это здорово. Давай кармашек покажем, как вот вся рисуночек, видите, как подобран великолепно. Вот здесь у нас бачок, остаточная выточка, вот такой красивый воротничок. Ничок Лерочка сделала. Ну, прелесть, что такое? Прелесть, что такое? Следующий. Теперь Юля. А теперь Юлечка в нашем. Посмотрите, вот она задумала вот такой комплект летний. Летнее пальто без подклада. Мы вам примерочку показывали, да? На кнопочках, да, Юля? Да. Ага. У нас цельнокраенный воротничок. Давайте посмотрим его. Смотрите, как сзади стоит, как вороночка. Юля вот такую захотела стойку, чтобы она не прижималась к шее, а наоборот от нее отходила. Вот такая вот картинка у нас. Ну, это платьице, карманы у нас еще. А какие у нас интересные карманы, посмотрите. Вот, они вот такие вот овальные. Вот такие вот овальные сделаны. Еще и ниточка там не удалена. Да, это нормально. Покажи нам изнаночку, Юлечка, еще. Смотрите, там как окантовано все, посмотрите внизу. Ну, это супер! Ну, что за прелесть наша Юля? Что за прелесть? Звезда Ютуба! Звезда Ютуба! Всем спасибо. Добра! А про платье? А про платье? А, платье еще! Ну, снимаем тогда до конца. Платье дошито. Мы показывали примерочку, и всем уже нравилось. Такое платье, не приталенное, прямого силуэта. Вот такая вот выточка, рельефчики идут из горловинки у нас. А ткань какая, Юлечка? Трикотаж какой-то. Трикотаж какой-то. Вот такая отделочная строчка. Здесь отделана косой беечкой. То есть мы не стали делать какие-то обтачки, сделали косую беечку. Поверните спинкой. Вот такая вот у нас спокойная спинка со средним швом. В общем, вот такое у нас платье. Удобное, комфортное, хорошее, летнее пальто. Всем добра! Всех люблю! Пока!